Ранна Мари, морской демон, преследовал жителей Мальдивии с деревних времен. Каждый месяц красивая молодая девушка должна была быть принесена в жертву демону. Иначе люди столкнутся с его гневом. Каждый месяц король выбирал девушку, и в первую ночь месяца ее оставляли одну в храме на восточном берегу Гумале. Рано утром семья девушки возвращался в храме и находила бездыханное тело. Однажды гость из Марокко заметил, что семья, у которой он остановился, плачет, и услышал об этой истории. Он решил занять место девушки в храме на следующем месяце. Когда демон появился, он начал читать аяты из Корана, и демон исчез навсегда. После этого дня он призвал мальдивцев принять веру ислама и отказаться от буддизма. Поэтому девушки и женщины на Мальдивах носят платки. Танец куштепты лежит в самом сердце культурного наследия Туркменистана и имеет увлекательную историю, которая уходит корнями в глубокое прошлое. Этот танец появился в племени Йомут, а первое упоминание о нем встречается в XVI веке в произведениях великого поэта Махтумкули. И по сегодняшний день куштепты остается важной частью культуры туркменского народа и исполняется на свадьбах и на других праздниках. Главной мыслью куштепты является олицетворение важных аспектов жизни туркменского народа. Например, когда танцоры приподнимают руки кверху, они символизируют солнце, а когда прикладывают руки к груди, символизируют любовь и связь. Куштепты с любовью передается из поколения в поколение и остается важной частью культуры туркменского народа. Герба. Это популярный народный танец из индийского штата Гуджарат. Он традиционно исполняется во время фестиваля Навратри, который длится 9 ночи. Танец Гарба выполняется в круглом движении с использованием разнообразных сагов и ритмов. Участники танца часто носят яркие костюмы, создавая веселую и красочную атмосферу. Гарба – не просто танец, это возможность для сообщества собраться вместе и отпраздновать Навратри. Спасибо. Nigerian weddings are celebrated at any time of the year. At a Nigerian wedding, the man goes to bow to the woman's parents to receive a blessing. At this time, the bride takes a cup of drink from her father to give it to her husband. The husband takes the drink from her and drinks it, after which they get married. Then the whole family and friends celebrate the wedding with the newlyweds. They dance, play, sing and talk. Шри-Ланка называется «Чудом Азии». Это многонациональная страна с богатым культурным наследием. Страна славится различными народными танцами. Сегодня существует три танцевальные традиции, которые отличаются костюмом, ритмом и движением тела. Как вы думаете, какие есть национальные танцы в Шри-Ланке? Во-первых, у нас есть кандийский танец. Этот танец представляет собой истории из древнеиндийского эпоса Рамаяны. Танцоры имитируют движения разных животных, такие как слоны и павлины. Они танцуют под ритмом Гатабер. Во-вторых, у нас есть Бхатарата танец. Этот танец исполняется, чтобы доставить удовольствие злым духам и широко известен как танец дьявола. В-последних, у нас есть Абрагаму танец, танцевальный стиль. Сабрагаму танец был создан в регионе Ратнапура с основной
целью возволять и поклоняться Богу Самай. Каждый танец Шри-Ланки начинается или заканчивается молитвой земли, по которой мы ступаем. Сказать, что мы чтим вас, мы хвалим вас и надеемся дать вам прекрасное выступление. Масленица – это древнейший славянский праздник, который достался нам в наследство от языческих культур. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла природы. Она получила свое название от того, что этот период времени, последние недели перед Великим постом, разрешается употреблять в пищу сливочные и молочные продукты. Дата начала Масленицы каждый год меняется, в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты Масленицы – блины и гуляния. Масленицу провожаем, света солнца ожидаем.